В Подмосковье стартовал пилотный проект по единому стандарту поликлиник. Сейчас в него вошли 5 муниципалитетов, среди них и городской округ Люберцы. О новом формате работы амбулаторного звена наш следующий сюжет. Все ради удобства пациентов. Такова главная цель пилотного проекта, запущенного Министерством здравоохранения Московской области. Поликлиническое отделение номер 7 Люберецкой областной больницы уже примерило на себя единый стандартный облик. Здесь обустроили зону комфортного ожидания, обновили навигацию, информационную систему, а также ввели униформу для административного персонала. Театр начинается с вешалки, а поликлиника начинается с дежурного администратора. Данные сотрудники, можно сказать, находятся на передовой. Они встречают пациентов, отвечают на поставленные вопросы, занимаются прикреплением, маршрутизацией пациентов. Проект стартовал в апреле. Мы уже успешно отчитались о проделанной работе. Администраторы прошли курсы бесконфликтного общения. К этой поликлинике прикреплено более 20 тысяч взрослого населения. В основном это жители Краскова, Коренева и деревни Марусина. Девочки хорошие очень в регистратуре, врачи хорошие. Молодцы. Очень внимательные. Если они не могут, то они идут где-то что-то сообщить другому врачу, чтобы, как говорится, вот записать. Нет там медсестры, она бы не нашла, куда записать можно было. Поликлиника номер 7 – первый, но не единственный участник проекта в городском округе. В дальнейшем эту эстафету примут все амбулаторные отделения. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.